Реализация молодежной политики в стране, решение актуальных вопросов населения, проведение углубленного медосмотра в отдаленных регионах, оказание поддержки нуждающимся семьям. Реализация всего этого спектра важнейших задач возложена в том числе на военнослужащих Министерства обороны. Отдаленные районы Ферганской долины – очередной адрес мероприятий, которые начались с военно-патриотического фестиваля. Обо всем по порядку. Лола Ракаева. Если военно-патриотический фестиваль, то с размахом и обязательно с привлечением молодежи. Министерство обороны реализует масштабную программу мероприятий, берет ориентиры на отдаленные районы. Ферганская, Андижанская и Наманганская области тоже в эпицентре событий, в которых приняли участие представители широкой общественности и военнослужащие Восточного военного округа. Как всегда, впечатляющий момент. Показательное выступление защитников Родины с боевыми элементами под музыкальное сопровождение военного оркестра. Позитив и яркие моменты. Таким запомнится фестиваль для жителей отдаленного селения Акбарабад Кулинского района. 50 километров от центра Ферганы стали своего рода маршем для военнослужащих. Очень важно, что в подобных мероприятиях участвует наша молодежь. Это учащиеся колледжи, ученики общеобразовательных школ со всех махалей селений. Для молодого поколения такие примеры показательны в воспитании патриотизма. Для населения отдаленных районов такие акции очень интересны и важны. Выступление военнослужащих, военный оркестр. Увидеть такое в далеком селе – редкость. Понравилось абсолютно все. И марш, и техника. Осознаешь, что армия – это сила. Не только силу и мощь продемонстрировали, но и сильную социальную заботу о гражданах. В рамках мероприятий в регионах организуются ярмарки и продовольственные, и вакансии труда. Выбор за гражданами. Углубленный медосмотр военврачами населения отдаленных районов. Тоже инициатива командования округа. Более чем в 40 махалях был проведен квалифицированный медосмотр населения Ферганской долины. Работа оборонного ведомства по выявлению актуальных проблем населения продолжается, решать которые ведомство намерено точечно, оперативно и профессионально.